Всем привет! Сегодня 4 декабря 2014 год. Вот сейчас я зашла в супермаркет купить хлопья себе. Вот купила вот такие хлопья. Тут 750 грамм. Стоит 14,90. И вот такое молоко. Тут литр. По-моему, 4 с чем-то шекелей стоит. Вот я была только пару дней назад. И, по-моему, вот эти хлопья как раз там, где 750 грамм. Была типа такая, как привлекательная программа такая, 30 шекелей за две коробки. Сейчас дешевле они стоят, уже по отдельности можно покупать. Вот, зашла, вот такое увидела, то решила купить. Такой хороший супермаркет, это большой, он находится в Назарете. Я ж сейчас уже в Назарете, вот. Нутелла, как у нас, стоит 22,90. Вот 22,90 тут. Сколько тут? А, вот 750. Вот цены все такие. Тут какое-то тоже масло шоколадное. Такие вот интересные штучки, намазалки всякие. Вот здесь есть такие хлопья, кто-то производит такие смешные улыбки, как в разных фильмах рекламируют. Вот детские, может кто купить свои принцессы. Тут и колечками есть, и просто хлопья без сахара, хлопья с медом. Вот тут такая есть, как в отелях. Можно купить такую штуку, потом прокручиваешь, и хлопья высыпаются порциями. Очень удобно. И стоит 60 шекелей почти. Тут что вот это? Ну да, маслечко. Вот такое маслечко тоже. Какое-то, наверное, вот ванильное. Ну вот такое что-то. Халва. Тут вот мед как раз. Тут где-то была акция тоже. Две баночки дешевле покупаешь. Так, вот мед стоит 29,90. Маленькая баночка такая. Совсем такая. Тут, наверное, грамм 400. Что тут пишут? А, вот 500. Вот я хожу, покупаю. Вы пишите все свои вопросы, задавайте, я буду с удовольствием на них отвечать и ходить там, где вы хотите. Вот я сейчас в Назарете, можно поблизости. Вы спрашиваете, я буду все для вас узнавать. Мне очень интересно, что вы смотрите меня, интересуетесь. Вот хлопья колечками, 18,90. А, это, наверное, вон, это с корицей. Нестле. Интересно. Всякие мука. Ой, какое оно маленькое. Фитнес. Ну, конечно, для фитнеса же надо красивую фигуру иметь. Вот сразу рекламируют печеньки. Фитнес. Так, это стоит 14 шекелей. А вот мюсли. Ну, проще самому делать. Это полезней. И ты знаешь, что ты сколько, в каких пропорциях ложишь. Так, что там? О, выпечка. Шикарно. Вот сейчас хожу, смотрю. Что захотела, сразу покупаю. Так, что это у нас? Это все халва. Идеально. Всякие печеньки. С сиропом сахарным. Вот творожный чизкейк. Класс. Так, там дальше идет вот это все. Тут так пахнет вкусно. И вот всякие
пошел отдел резиночек, расчесочек, с обратной стороны шампуни, всякие кондиционеры, маски, масла для тела. Вот резиночки всякие интересненькие. Повязочка на голову. Сколько она стоит? Вот. 8 шекелей. Угу. 8 шекелей стоит такая штучка интересненькая. Тут всякие такие интересные резиночки. Цену имеют такие нормальные. Всякие крабики, заколочки, расчесочки. Ну да, конечно. И фен, ну а как же без него? Вот так. Там пошел отдел гигиены уже. Салфетки влажные. А что это такое? Интересно. Типа тоже, наверное, макияж смывать. Вот такие интересненькие, разноцветные, стоят 9,90. Так, это салфетки, ушные палочки, ну это понятно. Вот так вот все, это пошла гигиена. Все, я пошла тогда. Все, пишите свои вопросы, я вам очень хочу отвечать. Все, пока-пока.